На искусственном газоне Тверского стадиона «Юность» впервые прошло первенство области по регби среди детей. Дебютные соревнования собрали три местных команды, а также гостей из московского Лианозова и Силина Зеленоградской области. Приезжие ребята изначально смотрелись фаворитами стартов. Что неудивительно, они занимаются регби 2-3 года, тогда как тверские школьники взяли дыню в руки всего 7 месяцев назад. Задатки у нас есть, и динамика у нас хорошая, потому что дети все-таки тренируются у нас с сентября, все эти команды, которые занимаются уже не меньше там 2-3 лет, в общем-то. Поэтому, ну, боремся, и главная задача – обыграть детей, подготовить их к всероссийским турнирам. Это в Липецке в начале мая и к Золотому овалу в конце мая. Это большие всероссийские турниры по детям, в которых мы будем принимать участие. Как рассказала Елена Даниленко, бывшая в свое время капитаном женской команды «Инвестор», которая покоряла российские и зарубежные пьедесталы, сейчас в Верхневожье девушки в регби не играют. Ну, сейчас играют только пацаны, но в перспективе я хочу очень создать все-таки женскую команду, начиная там с 16 лет где-то девочек набрать, чтобы играть уже, в общем-то, в чемпионате России. Пока все надежды тверского регби связаны именно с пацанами, которые горят игрой и стремятся к победам. И азарт они объясняют своими словами, со всей присущей непосредственностью. Куча мала, захват, это то, что для мальчиков, для пацанов, вот самое то, но это, в футболе же этого нету. Более жесткая игра? Да, более жесткая, чем футбол. Конечно, дети ведут себя на поле не так жестко, как взрослые. Однако и здесь не обходится без травм. Но боль от ушибов перекрывается радостью за товарища по команде, которому удалось прорваться сквозь оборону противника и занести мяч за заветную черту. Лучше всего набирать очки получилось у спортсменов из Лианозова, которые стали победителями соревнований. Второе место заняла Зеленоградская «Энергия». Игроки Тверского «Штурма-2012» оставили дома бронзу дебютного первенства.